Давайте рассмотрим двойное значение выражения bareback shook. Я позже вам расскажу, что это означает. На Грэхэм Нортон шоу Энди Макдаул рассказывает историю о том, какое она выбрала имя, название своей электронной почты, и она при этом это выражение употребляет, и все начинают смеяться. Что же она такого смешного сказала? Bareback shook. Она рассказывает о том, что любит кататься на лошадях, на лошади, и при этом кататься без седла. И в английском языке для этого есть значение bareback. Однако, с другой стороны, в сленге в английском bareback, это пришло из гей-комьюнити, означает заниматься анальным сексом без защиты. Но раньше геям не нужна была защита до того, как появился спид. И поэтому на сленге это значение, это выражение означает заниматься анальным сексом. Shook – это сокращенное от sugar, то есть сахар. Видимо, лошадь, на которой любит скакать Энди Макдауэлл, кличка была Sugar или Сахарок. Но shook означает проститутка, девушка по вызову. Вот поэтому электронный адрес ее почты звучал девушка по вызову, занимающаяся анальным сексом. А теперь мы можем послушать весь клип полностью. Okay. But I have a funny horse story if you want to hear it. Oh, please, let's hear the horse. Okay, I love to ride. How sweary is it? Okay, it doesn't swear, but it's funny, I think. So I love horses so much, and I love to ride bareback. So at one point when I lived, okay, just wait. Okay. We are seeing a different side of you, Andy McDowell. I know, but listen, I lived in a really conservative Christian community in North Carolina. That's where I raised my children. And I didn't know what I was saying. I was very naive about this. I had an email address that I used to communicate with the school that was called, I'm sorry, bareback shug. Shug. I didn't know what it meant. I just like to ride bareback. And my horse name was Sugar. It was bareback Sug. That's yeah, it. There you go. That's how that happens. I didn't know what it meant. I was so innocent. I really didn't. I didn't know what it meant. Well, you know now.